Всем добрый день! Сегодня я снимаю очередное видео о продвижении данной работы. Напоминаю вам еще раз, как она должна выглядеть по итогу. И сейчас посмотрим, что же у меня вышито на сегодняшний день. Вот такой кусок отшит. Это практически пол работы. Вот серединка где-то, по-моему, вот здесь вот идет, посредине этого ряда. За 2 недели я отшила 55 клеточек по 100 крестиков. Как по мне, это неплохой результат, учитывая то, что у меня маленький ребенок. Вот, поэтому, собственно, когда могу, я посвящаю время вышивке. Вот. Также был вышит бэкстич на вот этих гусях. И вот здесь вот на такой кадушки, не знаю, какой-то такой вещи, которая вот находится рядом с домиком. Уже виден сам домик, окошки, заборчик. Вот, появляется небо. Ну, в принципе, картина получается милая, хоть и такие достаточно темные цвета. Но вот эту темноту разбавляет непосредственно голубой, вот этот желтый такой, как песочный цвет тропинки, а также вот такой сиреневый цвет очень мне понравился, хоть я и не любитель такого цвета на самом деле. И также мне понравился вот такой горчичный цвет в сочетании с темно-зеленым, вообще мне кажется очень здорово подобрано. Вот так выглядят мои крестики. Сейчас наведется. Я вышиваю без гем-наперстка. Вот, пока я не вижу в этом необходимости. Вот. Что я могу еще добавить? Ниточками я вышиваю ПНК Мини Кирова. Что могу сказать по качеству? Ну, если выбирать между DMC, я, естественно, выберу DMC. Так как они более блестящие, более мягкие и, наверное, мне более привычны, чем эти ниточки. Но эти нитки вполне имеют право на существование. Вот, я бы им поставила, наверное, 4 с минусом. Вот, но это сугубо мое мнение. А также, что могу сказать по поводу ниток. К сожалению, произошло такое небольшое, опять же, разочарование, мне не хватило ниток. Вот, как видите, у меня отшит вот этот кусочек, вот этот, и здесь я зашла за границу, именно вот этого цвета мне не хватило. То есть я вышила те куски, где уже был начат этот цвет, чтобы дошить их полностью. И вот они как раз получились притык. Меня это удивило, потому что в основном я вышиваю по цветам, и на самом деле у меня уже есть 2 набора от этой фирмы. Если помните, по моей коллекции вышитых картин, это тигр и такой котенок, который выглядывает из-под одеяла. Нитки там не то чтобы заканчивались, они оставались все, и даже по несколько пасм. А нитки, которые оставались после котенка, у меня вообще было такое ощущение, что я могла вышить еще одну такую же картину. Поэтому то, что мне здесь вдруг не хватило ниточек, я, если честно, была удивлена. Вот. И если по схеме, то мне еще нужно было вот этого цвета вышивать. А вот здесь вот, если видите, вот эту окантовочку. А вот здесь кусочек. И также вот здесь вот крестики в одну ниточку. Ну, я сильно, конечно, не стала расстраиваться. Я поискала в своих запасниках похожий цвет. Естественно, точно такой же я не нашла. Но более-менее похожий я нашла в палитре DMC, который у меня был. И его я, собственно, применю в дальнейшей вышивке этого набора. Но, конечно, меня на самом деле это удивило. Вот. То ли у них поменялось, не знаю,
персонал и комплектация. Надеюсь, других ниток мне хватит, потому что у меня нет возможности на данный момент купить ниточки этого производителя, так как я нахожусь за границей. И что я могу позволить себе только DMC. Надеюсь, в дальнейшем меня этот набор не разочарует. Вот. Также я примерно рассчитала план, когда я должна закончить эту картину. Это где-то числа 10 апреля. Но так как у нас выпадает скоро поездка на 6 дней, вот, то, соответственно, окончательная, да, точка изготовления этой картины сдвигается где-то на 20 числа апреля. Очень надеюсь, что я уложусь в эти сроки, так как, если помните, у меня еще есть планы в качестве подарков вышитых, и их я тоже очень бы хотела успеть вышить. Вот, конечно, буду стараться по мере продвижения, вот, и по возможностям. Через 2 недели я опять же выложу отчет о проделанной работе. Надеюсь, будет что показать. Вот, спасибо вам большое за внимание, хорошего вам настроения и удачного дня. До новых встреч. Пока-пока.